Поехали со мной в Испанию. В Испанию? На 10 дней. Все расходы оплачены. Просто выбраться ненадолго. Постой, подожди, хотя бы обдумай. Чего ты улыбаешься? Хорошие новости о моей поездке. Ты спятила, если думаешь, что я сяду в эту штуку, когда ты за рулем. Я не умею водить. Это какой-то кошмар. Так ты скажешь, зачем эта поездка? Я пытаюсь найти мою маму. Она из Испании. Последние 2 года я занималась ее поисками и нашла 10 кандидаток в мамы. Не-не-не-не-не! Стой! Туда! У вас не было дочери? Я часто переезжала. За 18 лет 12 приемных семей. Я жутко устала от всех вопросов без ответов. Что с ней стало? Какая у меня семья? Это единственное, что у меня есть от нее. У меня есть идея получше. Взгляни на ее подпись. Мария Остильерос. А если это Мария Остильерос? И я нашел ее адрес. Я умерла и попала на Венеру. Но ты явно не из этого мира. До встречи на Венере. В кинотеатрах с 20 июля.